Ну, еще немножко это самое. Детям сейчас садят. Зашли. Сейчас мы почистить от сорняков, вы увидите. Ну, волшебные руки. Абрикосики там зашли. Ну, правда, они были, вот эти двое парней, вот этот парень, вот эта девушка, они посадили грядку. Она самая правая, вон она, где ближе к колоколу. Вот. И что вы думаете? Я им специально дал, они обречены на успех. Перерошие. Вот такие. Садите аккуратно, корень вниз. Вы знаете, наука-то же не знает, что корень вниз. Вот, иначе бы не учили. Ой, чему только дури не учат. А вот это вот ребенок посадил вот так. Зашли. И довольно густо. Я потом буду хвастаться еще не раз этой грядкой. Вот. Еще фотография. Стоило обрезать. Это дикая уссурийская груша, как она тут же выбросила вот этот побег. Вот этот вот. Я умоляю вас, груши, самое слабое место, вот этот, видите, мокрый штамп. Они его защищают. Стоит только начать резать, она тут же возвращает. А вот эта подлая система, сперва обрежем. У меня тоже обрезано, но это потому, чтобы дети, они тут бегают, чтобы дети глаза не выкололи. Страшно острое. Вот, отрезано, но не за подлицо, моя система. Там учится вот такой штамп сделать, тут раны на кольцо, так, по когда появляется, а она обязательно появится, эти самые, так называемые волчки. И следующий этап, теперь волчки уничтожить, они снова появятся. Вот эта дурь продолжается повсеместно. Обрезка. Это отрезал я. Ну а куда деваться-то? Что-то, кстати, написано у меня. Голден, вот, Голден Делишер. Так вот, значит, я обрезал. Вот, дело в том, что у меня, как бы это сказать, ну, нельзя без обрезки пересаживать деревья. Бывает вынужденная обрезка. Что получилось? Обросла боковыми ветками. А самое верхнее, вот тут мороз, вот он сюда попадает. Почему ученые этого не знают, а? Эй, девчонки из этого, из Тимирязевки. Почему не знают? Посмотрите, вот этот мороз, вот столько вот уничтожил. Сантиметров 10, да? Вот эта ветка умрет. Вот эта ветка уже умирает, вот это. Так. И вот это уже все видно, что это все. Вот это мороз. Это вынужденная обрезка. Я ничего сказать не могу. Потому что я вам показывал, лезут вверх, нижние ветки отрезают, у них все наоборот. Вот, но вот эта вещь неизбежная, поэтому еще раз говорю. Обрезка ради обрезка должна быть исключена. Вот еще показываю. Это моя груша. Видите? Я обрезал вот эту ветку и вот эту ветку. Посмотрите, они мертвые. Здесь сантиметр, здесь полметра, и здесь, наверное, полметра мертвого. Правильно? А если бы не резал? Ведь дальше эта груша зацветает, все живо. Только ветки уполовинены, но это моя необходимость. Еще раз, я же как делаю? Я же говорю, что это необходимость, потому что я должен был взять черенки на прививку. Результат. Страшное воздействие мороза. Почему они не знают и не видят этого? Сейчас я чуть-чуть наперед забегу, а потом сюда вернусь. То интереснейшая тема, почему не всходят эти самые вишни. Вот. Вот это страшная вещь. Ведь учат это сегодня, сейчас вот это. Снимки я делал 25-го, 21 мая. Я надеюсь, успеем сегодня. Сейчас я о другом.